Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши гости. И в первую очередь добрый день, наши дорогие подписчики во всех социальных сетях, на всех платформах. Сегодня 20 какое число? 28. Оживаем. Какое сегодня число? 20. Еще раз 20. Вот так же мы будем репетировать аплодисменты 28 апреля 2021 года. И мы начинаем наш открытый урок театра песни «Волшебный экспресс», который является структурным подразделением легендарного ансамбля песни танца имени Семена Осиповича Дунаевского, который вот уже 85 лет находится здесь, в одном месте приписки, в нашем любимом доме. Доме, центральном доме детей железнодорожников. Этот открытый урок, я как руководитель, меня зовут Владимир Брилев, добрый день. Этот открытый урок я решил провести в формате класс-концерта, потому что большинство педагогов творческих объединений всегда стараются показать только самые лучшие номера, только самые готовые и самые прекрасные. Я иду ва-банк. По одной простой причине. Так давно дети не видели площадку, так истосковались по сцене, что нужно обязательно методом проб и пера сразу выходить на сцену с новым материалом. Поэтому 23 произведения из 29, которые вы сегодня услышите, это будут премьеры. Ваши аплодисменты вашим детям. Еще. Вот у нас родители задержавшиеся. Забегайте. Не старайтесь присесть с краю. Подходите ближе. Ближе подходите. Что ж вы стесняетесь? Прекрасно. Ты готова? Микрофон включила? И я почти наизусть помню всю программу. У меня к вам есть большая просьба. Большая часть ребят, которые выйдет сегодня на эту сцену, выходит на сцену впервые в жизни. С кем-то я работаю всего месяц, с кем-то 3 месяца, с кем-то полгода. Для них это совершенно новое дело. И учитывая, что сегодня практически весь концерт только премьеры, мне очень нужна ваша поддержка. И открывать наш сегодняшний класс-концерт будет совсем юная артистка. Для нее это дебют. Она ни разу в жизни не выходила сольно, живьем, с микрофоном в руке, открывать большую программу, которую смотрят сотни и сотни тысяч человек. Поэтому, дамы и господа, встречайте, для вас поет и открывает наш праздничный класс-концерт Полина Залужная! Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ваши бурные аплодисменты, Полина Залужная! Еще. Она делает это первый раз в жизни. Ну что ж, дорогие друзья, встречайте очень опытного игрока. Для вас поет Анастасия Родовская, «Лесной олень». Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотению.
аллею, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень. Дождями смыт оленя след. Только знаю, он ко мне придет. Если веришь, сказка живет. Со мной лесной олень по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет. И мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Для вас спела Анастасия Радовская. Бурные аплодисменты. Огромное спасибо. Есть номера, которые совсем недавно сделаны. Есть номера, которые мы впеваем последний месяц, два, три, при выходе из пандемии, потому что дети должны развиваться, ну, вне зависимости от того, существуют какие-то пандемии или что-то происходит в нашей жизни, серьезно не происходит. Здесь самое главное не упускать момент. В любом случае пробовать, рисковать, идти ва-банк. Вместе с Игорем Викторовичем Захаровым, который стоит позади вас, повернитесь, пожалуйста, одним из руководителей хореографии в ЦДДЖ, мы пошли на невероятный эксперимент, который будет называться балет. Итак, встречайте, Татьяна Молотова. Все объяснит кружение рук, движение глаз. И вот летаю, я взлетаю высоко, паря над прожитым свободно и легко. И только звезды кружат в небе над мной, и только звезды кружат в небе над мной, и только в музыке подвластна вся одной. Балет, 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 души призывный звук. Балет, 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 несбыточный мой друг. Мой самый ясный взор, мой самый легкий взор. Балет, ты сдал мне. Ваши бурные аплодисменты, Татьяна Молотова! И класс хореографии под руководством Игоря Викторовича Захарова. Громче, 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 громче! В театре песни «Волшебный экспресс» есть очень опытные артисты, есть артисты, которые совсем недавно пришли. Вне зависимости от того, у кого, какой
плечами, какой опыт накопился. Сам по себе коллектив существует как очень дружное сообщество единомышленников. И следующий выходящий на эту сцену артист, очень опытный, боевой, многое прошедший, это Родион Межевич. Артист, который очень много лет проработал в коллективе у своего отца, у Геннадия Алексеевича Абрамова, который тоже трудится внутри Центрального дома детей железнодорожников. И удивление, когда я пришел работать в ЦДДЖ ровно год назад, Родион перешел в мой класс. И теперь он работает и в одном коллективе, и в другом. Татьяна Молотова также ходит и ко мне, и Геннадию Алексеевичу. Мы для чего это делаем? Для того, что когда вы ищете для своего ребенка самый лучший способ реализации, не надо останавливаться на одном педагоге. Надо обязательно пробовать, чтобы пусть и будет два, три, четыре, две, три, четыре разные хореографические секции. Это делается в конечном итоге для того, чтобы наши дети были гораздо более конкурентоспособны, резистентны в этой жизни. Вне зависимости от того, станут они певцами, танцорами, чтецами, мы в любом случае повышаем уровень их социализации. Так вот, на эту сцену сейчас выйдет человек, которому ничего из этого объяснять не нужно. Очень опытный артист. Встречайте, Родион Межевич! По переулкам бродит лед, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как несли на свете королеве красоты, как несли на свете королеве красоты, как несли на свете королеве красоты. Родион Межевич, ваши бурные аплодисменты. Еще. А я прошу нашу съемочную группу. Во-первых, я хочу поблагодарить от всего сердца кинокомпанию Martinez Enterprises за то, что вы согласились провести съемку этого концерта, и очень скоро его увидит огромное количество людей. Я хочу поприветствовать заместителя директора Центрального дома детей и железнодорожников по учебно-воспитательной работе Людмилу Юрьевну. Добровину, ваши бурные аплодисменты. И художественного руководителя ансамбля имени Семена Осиповича Дунаевского Сергея Сергеевича Сергеева. Сейчас на эту сцену выйдет человек, на который мы пошли на невероятный эксперимент. Она ходит ко мне на занятия всего 6 недель. Всего 6. Невозможно быстро сделать какой-то новый номер с колес, чтобы он пошел, чтобы он вкатился. Но можно взять номер, который ребенок уже знает, и немножечко вдохнуть в него другую жизнь. Поэтому, дамы и господа, на удивление для Людмилы Юрьевны и Сергея Сергеевича звучит абсолютно обновленная версия Полины Степановой с треком «Леди Совершенства». Ваши бурные аплодисменты! Громче! Если вы знали, как у меня сейчас
все время чешутся руки, выйти вместе с ними, пройти вот это все дело, все то, что не отработано в репетиционном зале, всегда выходит на поверхность здесь, в открытых класс-концертах, в открытых уроках и, конечно же, на больших концертах, когда мы выходим на большую публику. Поэтому очень важно, чтобы вы дома с ребятами повторяли все то, что они выучили, вне зависимости от того, на каком языке поется, потому что у нас есть артисты, которые 3 месяца учат 12 строчек. Не будем показывать пальцем. Сейчас на эту сцену выйдет артистка, которой всего 4 года. Когда она пришла 3 месяца назад в коллектив, у меня все коллеги по цеху покрутили виска и сказали, это невозможно. В 4 года дети чисто не поют. В 4 года дети психологическую резистентностью почти не обладают, не могут преодолеть. В 4 года очень трудно держать фразу. Поэтому сейчас с премьерой песни, которую она будет петь первый раз в жизни, на эту сцену выбежит Ева Ботова. Встречайте! Огня. Бегу, бегу, дорога нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Порезы круг и маску без лица. Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени. И в общем без судьбы. Какое право дело вам до всех? Над кем пришли, повисели совы. Арлекина, Арлекина, нужно быть лишним для всех. Арлекина, Арлекина, есть одна награда сных. Приходят на арену силачи, не ведая, что в жизни есть печаль. Для Гамлета безумие. Анжеты рвут движением плеча. Просто тут маску я сниму. И этот мир изменится со мной. Но слез моих не видно никому. Ну что ж, Арлекин я, видно, неплохой. Ха-ха-ха.